Ребята, всем привет, с вами канал GameDop. Продолжаем играть в игру Гром. В прошлый раз я играл, и у меня разрядилась камера. Как раз меня и убили. Ну, на том моменте я сохранился, и сейчас стартанул с того момента. Получается, мы сейчас переходим в локации, на той локации, там, во-первых, какая-то бомбежка идет, мины падают. Во-вторых, там три снайпера. И получается, нужно либо ползать, чтобы снайпер по вам не попал, либо перебежками от камешка до камешка бегать, чтобы за камнем спрятаться. Во! Так. В прошлый раз все было очень печально. Сейчас попробую, может быть, все более лучше. Так, переходим. F2 сохраняемся, идем на локацию. Ложитесь. Так, это я уже читал, вроде бы, я не помню. Но я знаю, что здесь говорят. Сейчас по-быровому прокладцу это все. Снайперы то все фигня, потому что они падают. Где он? Он. Сейчас будет выстрел, выстрел. Вот выстрел. Бежим, бежим. Так, ждем опять выстрела. Так, один снайпер, два снайпера готова сохраниться. Тут еще главное на мины не попасть. И. А второй снайпер. Сейчас выстрел на надпись. Блин, мина. Так, бежим, 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 бежим. Ложись. Вот он. Бежим, 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 бежим. Вот, видите, попал снайпер, конечно, по мне печально. Бежи сюда, бегом, 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 бегом. Блин, а здесь... Капец, тяжело. Блин. Случайно класснул по ей. Итак, вроде бы снайпером перебил. Теперь чего? Теперь нужно к выходу идти. Фух, это было нереально тяжело, ребят, отвечаю вам. Что за дрянь они нам шлют сюда? Уже третий нерабочий детонатор за неделю. Может, хотя бы этот работает? Теперь мины включаются и отключаются одним движением. Нужна общая кнопка переключатель. Попробуем включить все в постоянный режим. Включаем мины, теперь их обезвредят только саперы. Эта куча дерьма меня совсем не слушается. Отключает так тебя и так. Так, короче, сейчас берем камень. У кого есть камень? У тебя камня нет, у тебя есть камень. Так. Камень. Бросаем. Заходим все сюда и хилимся. Так, смотрим, что нам здесь делать. Ага, вот мины вижу снизу. О, тут вообще мин куча. Тут мины. Сверху солдаты. Тут кучу-кучу солдат везде, блин. Как-то напряжно аж. Их реально много. Наверное, пойдем низом все-таки. Чтобы они нас не заметили. Так, все, похилились. Иди сюда. У тебя есть миноискатель.
Давайте обезвреживать мины. Так, вот мина. Вот мина. Тут Минска понаставляли много. Так, ну вроде пройти здесь можно нормально, да? Так, по одному. А, ну в принципе можно же пробежаться, пока типа это, они типа включают, выключают его. Я ж так понимаю. Оно бежит, 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 бежит. Да как-то времени маловато кажется. Ладно, сейчас их пар... Тихо, тихо, тихо. Не буду рисковать. Повыкапываю эти мины. Так. Блин, я не вижу, где они. Так, еще вроде пару мин, и можно будет пройти. Вот! Там же не было мины, блин. Рванула, зараза. Так, вот еще. Так, это по идее две последние мины, и можно будет идти. Да что ты рванула, ну? У тебя какая-то хилка. Одна аптечка у тебя. Так, по одному. Ребята, не-не-не-не-не-не-не. Бомба! Ты вообще без оружия! Вот это зараза, блин! А. Как они заметили? Говноеды! Кто первый ресается? Может было нормально пройти? Нет, блин! Теперь долгий рез ждать. Тут тех солдат еще раз, два, три. С автоматами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да у меня патронов даже нету, столько их убивать. Так. Палец, зараза, да? Так, что у тебя есть? Применить. 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 Помимо тех сраных мин, еще, блин, у меня пуль, блин, нету. Все с автоматами. Они еще, блин, гранаты бросают. Нечестно так.
Короче, надо камень использовать. Или... У меня идея. Так, берем грома. Так. Использовать. Берем ему автомат. Аптечка. Так. А те заметят или не заметят, не пойму. Ну, как-то так, короче. Так. Давай, забирай, что ты не забрал. На винтовку. На винтовку вообще нужно кучу-кучу патронов. Потому что все с винтовкой у меня тусуются. Так, ну вроде бы нормально, да? Так, берем камень. Стой. Стой, тебе говорю, ты ползешь. И кидаем его. Ой, как же ты... Два автоматчика, да? Тебя что там? 3-0. Нужно обоим давать. У тебя 3. Что за фигня? Что он сюда бежит? Как он узнал? Откуда они тут взялись? Вот зараза ты, блин. Что за прикол? А, они просто пришли или чё? Блин, думаю, они стреляться бегут на меня. Аж сернул. Так, отдать. Один. Так. Отдать. Где этих патронов набрать на такую толпу фашистов этих? Так, а ну... Так, F2. Гром с камнем бегает. Ой, я не могу, это печаль, такой печаль. Всем автоматы в руки взять, я сказал. Вот чё так нельзя было с первого раза сделать? И смотрим, что у меня по пулям. 4 патрона. 4 патрона. 4 патрона. Я троих не убью. Здесь что? Хилка и рожок на автомат. Гром.
Тебе рожок на автомат? Веселее, веселее, ползай, рачки там. Хилку давай. Так, вы тут-то поотдыхайте. Там еще какая-то базука его или что-то такое. Ох, я не знаю, что делать, вообще не знаю, что делать. И там еще... Ого, сколько их. Кто эту игру придумал? Кто ее придумал? А, я еще не сохранился, не там. Ну. Что за напасть такая? Опять этих троих придумал. Блин, тут жизнь я потерял. До этого я не терял жизни. И мне что, рожок на автомат не упал? Один. А тогда было три рожка. Ну это не честно. Так, вот чувак с базукой самый страшный. Аптечка упала. Ой. Кто эту игру придумывал? Чего она такая тяжелая? F2. Один рожок. До этого три падало. F2. Так, что дальше думаем? Это снайпер, это винтовка обычная, тут винтовка обычная. Так, тут можно. Ага, винтовка обычная, снайпер там, блин. И он снайпер. А как тому снайперу подобраться, чтобы он меня не заметил? Ну стреляй, стреляй ты в него. О, жесть. Мне винтовка снайперская упала, только нафига она мне? Да нет, это обычная винтовка. Чё, блин? Так. Так, это... 0 патронов выбрасывают. Вот это... 6 патронов. Аптечка. Применить. Так, смотрим. Пока мы этих тоже не убьем, мы выйти не сможем.
И опять придется, наверное, камень использовать. Ну, давай, кидай ты его. Ой, ой. Так. Так, все отлично. Живем пока. Пока живем. Смотрим по пулям. 5 патронов. 6 есть. 1 патрон. И нету ни одной обоймы ни у кого. Ползи. 1. Сделаем вот так вот. У тебя хотя бы будет 3 патрона. 3 патрона — это уже боевая сила. Ох, начинаем опять это. Там чувак с базукой, это самое страшное. Так. Так. Обратно ползи. Кажется, они еще живы. Блин, ты угадал. Он что, не перезаряжается? Ох. Одни хп упали, одни аптечки упали. Ребята, патроны давайте мне. Аптечки. Сколько можете мне аптечки давать? Вообще ноль. Ничего нету. Ножа даже нету. А еще он три. Три чувака еще. У тебя что? Печально у тебя все. Применить. У тебя что? Тоже печально все. Сейчас, короче, пойдем в 2 автоматчика. Так, применить. Применить. F2. Так, тетя, ты гуляешь? Потому что у тебя ни черта нету. А вы, чуваки, автоматы в руки. И в бой сейчас полетите. Мимо, 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 блин. Мимо, блин, опять мимо. Пули кончились. У тебя ж было кучу патронов. Как ты их просрать смог? Все, нет, ни одного патрона нету. Ты. Евреи, на тебя вся надежда, надежда. Да, старые игры, конечно, жесть. Тяжелые такие, это кошмар.
опять ждать. Жесть. А, не попали, не попали. Пробуем выманивать, походу. Там выманивать или нет? Чего вы стреляетесь? Они не перезаряжаются. Одна обойма на винтовку. Какая одна? Мне надо за штук 20, они одну дали. Последняя аптечка, применить. 10 патронов. Так, пошли в обход. А, там мины ж, блин. Беришь автомат, чё ты, блин, с кулаками голыми бегаешь? Бежи! Я это сделал. Я это сделал. И как обычно, всем по одной обойме. Как? Как нам трем великим воинам воевать с тремя обоймами? Отдать один тебе. Отдать один тебе. Так, теперь мы выйти можем? Да, можем. Короче, мы выйти. Но это уже будет в следующем видео. На этом моменте я заканчиваю. О, тяжело, 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 тяжело. Всем спасибо за просмотр, всем пока.